Сенаторы приняли пакет законов о цифровых избирательных участках. Теперь россияне, которые в день голосования находятся за пределами своего избирательного округа, могут принять участие в выборах. Электронное голосование – эксперимент, который проведут 8 сентября. В Центр избиркоме допустили использование цифровых участков по отношению ко всем избирательным кампаниям уже в 2020 году. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. Комплексы электронного голосования смогут включать в свою память до 3000 бюллетеней.